По поводу конституционного соглашения с Александром Александровичем подняли разговор, так вот у меня в руках проект решения есть от 2013 года, где соглашение конституционное подписывается между Чепрасовым, спец.АТХ и управлением отходами. И управление отходами сдается, ну там производится ремонт и право туда реализовывать, захоронять отходы с управлением отходами. То есть спец.АТХ. Спец.АТХ, насколько мне известно, это муниципальная организация, до сих пор действующая в штате. Там вроде один бухгалтер находится. И на данный момент спец.АТХ взял в аренду данный полигон, то есть аренда продлена, и вот с 2019 год спец.АТХ выплатил аренду в комитет по распоряжению муниципальной собственности 13 тысяч. Вопрос к чему? По поводу управления отходами, как с ними избавиться? Есть вариант расторгнуть договор со спец.АТХ на предоставление аренды полигона, есть вариант спец.АТХ просто ликвидировать как организацию. И тогда у нас пропадает вообще юридическая основа конституционного соглашения с управлением отходами. Ну, это должны понимать депутаты районные и глава администрации района. Крайне шуточные вопросы. Шуточные, согласен. Да. Предоставим право правовой службе принять и оценить ваше предложение вместе с прокуратурой. Хорошо. Вы сделаете тогда официальный запрос. На ваше имя. На мое имя. Сделайте тогда запрос на мое имя, с тем, чтобы мы вам дали исчерпывающий правовой ответ тех последствий и возможных решений от вашего предложения.